Вот у меня есть, ну как сказать, друг, коллега на работе. Вот, он зависим от этой хуйни. Я говорю, блядь, Вова, я говорю, давай, блядь, с собой. Я тебе говорю, несколько вариантов предложу, как тебя излечить от игровой зависимости. Я говорю, давай вариант номер один. Я говорю, мы тебя привязываем к диэлектрическому стулу, я к тебе подключаю рубильник и начинаю тебя, блядь, пытать током до тех пор, пока ты, блядь, вот действительно не откажешься от этой ебанины. Нет, говорит, оно так мне не подходит. Я, говорит, могу там умереть, ты, говорит, хуевый физик, все дела. Говорю, да ладно. Там схема электрического стула, говорю, существует, блядь, в общедоступном доступе. Вот. Ну давай вариант номер два. Если тебя начинает подламывать, мы тебя, блядь, там скотчем, хуёчем, ну, короче, привяжем к стулу, чтобы ты туда не ходил. Нет, говорит, не канает. Я говорю, ну давай вариант номер три, блядь, чисто материальный. Я говорю, давай, говорю, я спрогнозирую сумму, которую ты там проебешь. Я говорю, ты эту сумму на кармане мне оставишь. Я говорю, оно мне будет нужнее. Вот. Ну ты там, если проебешь, то ты мне оставляешь. Ну, то, что проебал. Ну, к примеру, у него там десятка на кармане. Там 3 рубля я проебу. Я говорю, трешку в залог оставляй. Вот, и иди туда играй. Он проебал, вот мне 9 раз из 10, блядь. Вот, если не спиздить, 9 раз из 10. Там, если дебет с кредитом сводить, это вообще пиздец.